Азербайджан внес значительный вклад в мировую исламскую солидарность и проделал значительную работу по установлению диалога и взаимопонимания между исламом и другими религиями. Инициативы Азербайджана были встречены в мире с большой симпатией. Они говорят, мы знаем мусульман, но в то же время относятся к ним иначе. Мы можем этому противостоять конференциями, книгами, выступлениями. Этот диалог очень важен. Он важен тем, что мы встречаемся, мы видим, что мы люди, что мы видим, что у нас одни и те же ценности. Потому что эти ценности уже потеряны, эти ценности как бы стерты. А когда мы общаемся вот на таком уровне, то очень легко найти общий язык. Не зная религии другого, трудно построить диалог. Собрать всех религиозных деятелей в Баку достойно похвалы. Проведение впервые в мире года исламской солидарности является показателем, насколько страна верна ценностям. По мнению экспертов, мусульманскому миру сегодня больше нужна солидарность и единство. Поэтому год исламской солидарности был хорошим посланием всему миру, в том числе и мусульманскому. Благодаря этой инициативе Азербайджан внес значительный вклад в исламскую солидарность. Для Азербайджана это один из приоритетных вопросов. Солидарность мусульман полностью обеспечена по всей стране. Мы стараемся и должны работать над обеспечением солидарности и единства во всем мусульманском мире. Азербайджан вносит свой вклад в этом направлении и предпринимает важные шаги. Наше отношение к темам, стоящим на повестке мирового сообщества и международных организаций, еще раз является показателем того, что исламская солидарность для нас не просто лозунг. Это одно из главных направлений для нас. В то же время представители всех религий в Азербайджане имеют равные юридические права. В Азербайджане представители всех народов и религий живут как одна семья, нет никакой дискриминации и быть не может. Это наше богатство. В рамках года исламской солидарности наряду с Азербайджаном мероприятия международного масштаба прошли в Турции, Иране, Великобритании, Испании, Швеции, Финляндии и России. Эти конференции важны с точки зрения сближения разных народов и религий и расширения сотрудничества. Благодаря инициативам, которые были реализованы в рамках года исламской солидарности, Азербайджан показал миру, что суть ислама заключается в достижении мира и процветания. Солидарность и сотрудничество являются основой ислама. Азербайджанда ислам хамрелиинин олмасы Азербайджанын дүнияда. Проведение в Азербайджане года исламской солидарности подтвердило, что Азербайджан говорит свое слово на весь мир. Мы хотели показать, что представители разных народов живут здесь очень комфортно. Наша государственная политика состоит в том, что разные нации, разные религии, евреи, христиане, православные, протестанты все живут вместе и даже уважают друг друга, несмотря на разные формы поклонения. Инициативы, реализованные Азербайджаном в рамках года исламской солидарности, были важны не только для исламских стран, но и послужили сближению и расширению сотрудничества среди стран разных народов и религий. Поэтому высоко ценится роль Азербайджана в развитии межцивилизационного и межкультурного диалога. Работа Азербайджана в этом направлении – инициатива президента Ильхама Алиева по проведению года исламской солидарности – пример для других лидеров. 2017 год, объявленный годом исламской солидарности, стало важным посланием не только для мусульманских стран, но и для всего мира. Фарида Шалва, Фарах Сабиргазы, Наиля Гасанова, Фейруз Ракимов, Намик Гасанли, CBC.